Всем привет! Добро пожаловать на шоу Black Bangtan! Йоу, это правда что ли? Сегодня к нам девушки придут, чё, мандражируешь? А мы как-то не подготовились, надо было что-нибудь на поляну нарезать, как вы думаете? Блин, не подумали. Сказал бы заранее, что не подрулят, мы бы накрыли бы что-нибудь на стол. Да ладно уже. Ну что, не будем ходить вокруг да около, они уже стоят в коридоре и ждут приглашения. Давайте позовем их. Окей, девочки, заходим. Приветик, приветик, здорово, парни, Аньончик. Они так похожи на Блэкпинк. Боже, какие зачетные. Я готов приветствовать вас стоя, для меня это честь. Изголодался? Да садись ты уже. Окей. Слово девочкам, знакомимся, давайте. Аньон, мальчики, как ваши делишки? Зашибись. Ну я рада. Я тоже. Мы так рады с вами познакомиться, надеюсь, мы подружимся. О, разрешите представиться, я Розе. Ой, мальчики, я так смущаюсь. Моя очередь. Ну давай, милашка, послушаем тебя. Я самая младшая, обожаю кошек. Чё она сказала, не понял? Говорит, кошек любит. А зовут меня Лиса. Такая же хитрая, да? Слово к следующей девушке. А я самая старшая среди девочек. А выглядишь очень молодо. Ой, спасибочки за комплиментик. Ну а вон та, что расскажет о себе? Которая, бро? Эй, щекастая, слушаем тебя. Я Дженни, самая офигенская в группе. Смотри, как тот парниша таращится на тебя. Давайте, парни, задаваем вопросы. Только не провокационные, не какие-нибудь пошлые, не матерные. Я Ким Намджун, у меня вопрос. Какие? Парни вам нравятся? Мне так интересно. Ну, я не знаю, у каждого свои же вкусы, правда, девочки? Но лично мне нравятся добрые, хорошие, стильные и красивые. Короче, как Тэхён из BTS. И скажи, пожизненно беременным кошельком. Не-не-не, ну это не самое главное в жизни, я так думаю. Да что вы говорите, девочки, а? Ну надо же. Быть стильным и красивым без баблосиков? Что-то странная политика у вас. Но я же за других не отвечаю. Я всего лишь озвучила свои предпочтения, если чё. Йоу, а вы бы замутили с нищим бродом? Эй, не наглей. Да я вовсе не это имел в виду. Вот с тобой бы я замутила. На заметочку, парни, Джисуха у нас очень заботливая и хозяйственная. Да иди ты. Я бы на ней женился без базара. Вуаля, телетелетеца, жених и невеста, скоро сыграем свадьбу. Обязательно, если она дождется меня из армии. Вопросик, девочки, если бы у вас было бы $1 000 000, на что бы вы их потратили? Я бы пошла бы в дорогущий бутик и скупила бы все туфли. Кстати, Джисухи, сняла бы сольный клипец. Вот что я называю настоящей женской дружбой. Я худею, ребята. Расскажите о самом неудачном свидании. В интернете как-то познакомилась с одним парнем, потом мы встретились, он мне вообще не понравился. Во заливает. Он так и ухаживал за мной где-то год. А потом ты сказала, пошел нахуй. Так и сказала. Он такой, я тебя люблю, а я ему, и что? Охренеть. Потом что было? А давайте Роза нам споет что-нибудь из своего репертуара. Да, музыкальная пауза нам не помешает. Так уж и быть, спою. Уговаривать меня не придется. Что же им такое сбацать, девочки? Ну хорошо, спою им «Вака-вака». «Бака-бака»? Так точно. «Вака-вака»